Здорово, ребята, здорово, всем привет, хай. Блять, горох разлетелся. Настя, сука, и спрятался козел, блять. Доебался и съебался. Ничего, ничего, земля круглая, поймаю, сразу рот дам. Брики-брики. Пальчик выкинь. В оптике вообще FPS не падает, как будто. Не, эта локация, это пизда. На этой локации искать PvP, это просто забей. Говорю, как дядя 40 лет. Нарезки смотрю каждый. Стали как глоток кофе по утрам. О. Спасибо тебе и монтажеру. Это приятно, это приятно. Спасибо большое. Чё? Я немного не понимаю, где это МП7. Блять, перелетело, ёб твою мать. Да, да, он в чеканной. В смысле, в балетмейстере. Вот если у вас есть возможность. Это было ужасно. Мне нравится, как его не смутило то, что грена прилетела на этот, блядь. Просто грена прилетела. Ай, похуй вообще. Прилетела и прилетела. Бля, не, ну если на этом сервере такой рейд пустой, то я, блядь, все. Я, ну это тупо, это такая локация, где никого нету. Неплохой день, господа. Все, говно выход, в пизду, короче, говно лабу. О, я слышу СВТ. Ой, твоя попочка вообще возбуждает. А нахуй он меня пикает справа? Какой смысл с черной вот это пикать? Ты новичок? Открутище ебаное. Магнит, блять. Магнит, фиолетовая лампа и батарейка, или что там еще лежало на кнопке. Пиздец. П-90. Бом-бом, понял, нет? Ну, блядь, я рот ебал, нахуй. Ай, блядь! Ебачий перелом, просто, блядь, ну, ебаный яйцестрел, сука! Блядь, еще и префайр дал ему в ебало, похуй, тип выходит, нормально у него все. Ну, там уже по винтам хуярит. А, да. Как я гренку, блядь, достаю, так сразу чел врубает ВХ, нахуй, хуярит сквозь стены по мне. ГГ, изи ГГ. Довольно-таки плохо. Показал, блядь, кто тут альфа. Пацава. Разве их не двое? Ебать, он в позицию встал, конечно, интересную. Блять, ну стояла шлюха, стояла, а потом вылезла. Блять, да стоял бы ты уже себе дальше, ну пиздец. Ебать, SJ1. Ты существуешь. А, да? Чижики сидят в Бравл Старс играют. Там надо, блядь, идти и лабораторию охранять, они сидят чисто. Наконец-то. А, КД надо. КД ждать.
Чё, бля, ну неужели мне опять офлайн рейд нашло? Ну нет. Там два человека, один с дробашом. Один не с дробашом. А я в голову тебе дал. О, у вас трое. А вы заебали, блядь, гренадеры ебучие. О, я за стеной умираю. Ой, круто, блять. Разыграть двоих и умереть от последнего за стеной. Круто. ПВП было классное. До того момента, как оно закончилось. Секс был классный до момента, как ебать начали тебя. Прикольно стоит, молчит. Безмолвный страж. Это офлайн рейд, блять, жопу ставлю. Или это все-таки не офлайн рейд? Бля. Не, ну это вроде чувак же был. Я чё, с ботом пвпшу сейчас? Бот бы на месте стояло, это на месте не стояло. Я сижу, мне вообще похуй. Блять, это бот. Почему у меня стоят одиночки? Да, прикиньте, как совпало. Просто 40 минут по локации бегаю. И вот сейчас пришел в туалет сумку лутать и просто увидел, что тип передо мной на меня бежит. Так. Как, блядь, я могу быть нищим? Как? Ну как это у меня нет денег? Ну... Скоро начнем движение. Ёб твою мать. Ну как это у меня? Я 130 тысяч ложил себе в пик. Ну я же в сик ложил себе 130 тысяч, блять. Куда они делись? Один килл, 30 ботов. Налутали говна. Вот такой вот рейд на улице. Я уже... Я, короче, знаете что? Я смирился. Что будет на лабе, то и будет. Похер вообще. Суки, блять, сколько вас там нахуй? Миллион, блять, миллиард, триллиард, хуиллиард, залупард, пиздец. Я думал, мне дадут этого типа добить и отойти назад. Но я, кстати, его добил, я своего добился. GG's, bro. Ура, честные игроки. Пошла победа, чат, пошла победа. Ладно. Нормально, что я смотрю твою игру на лабе одновременно с гей-порно. Если бы ты еще с читами играл, так вообще все сошлось бы. Упс. О, АВТ-шер, блять. Как круто. Чё, ребят, вы любите АВТ-шеров на лабе? Я вот да. Блять, самое любимое оружие честных игроков. О, знаете, какой прикол есть? Если, короче, объясняю. Если на лабе есть читак, он сейчас прибежит. Он увидит, что во мне ледуха не спрятанная. Мы просто вот так вот навелись и ждем. Типа рыбачим. Рыбачим пиздобола. Да ладно, мне впадло.
Куда ты лезешь, блядь, дурочка? А я с префа вышел, а я с префа сразу въебал. Въебалку ему дал, так сказать. Да, это походу пиздобол был. Хотя 52-й левел. Но он все запылесосил и четко на меня бежал. Смотри, смотри, смотри. Профессионал мастер лута. Я пиздобола въебал. Я вам клянусь, я пиздобола въебал. Я, кстати, по моему мере не чекал. Пошло добро. Ну, вот это уже разговор. Вот это уже хоть что-то. Вот это я понимаю. О боже, блядь, животное закрылось уже. Слышу, ёбан! Чё, как там тебе? О, Jesus! Ну это ваг. Это ваг, я пожилой мудак. Бля, меня слева его друг убил. Жиз. Сел на капсе с 5-7, а убил типа другого с ХК. Ну, вот он тут. Ляг, сдохни там, пидор! Блять! Да ёб твою мать, их трое, ты серьезно что ли? У меня пульки кончились, сука, джи-джи. Живот пах. Сука, счастье тебе, здоровье за то, что в такое место стреляешь. Ну это кабан. А кто олень, я? Блять, ёбаная хуйня, опять это в рыси. Опять гусь в рыси. Пацан готов. О, у меня не прорисовывается стена. Unlock. Я вот не знаю, что сказать про разрабов. У меня 3 подряд кабана или 4, по-моему, не дающих ключ Lexus. Это нормально? По-моему, это не окей. Ау. А ну, ладно. О, нахуй, я не вижу, там просто машина в меня стреляла. В смысле? В меня просто машина стреляла. Меня убил запорожец, нахуй. Ебать мой хуй. Пися. Голова, горло, блять, куда же еще эко-патроном? Я уже на геймплей типов давным-давно не ною. Хотя, ну... Актер. Джен, какая твоя любимая болтовка? Только не ной. Моя любимая болтовка твоя мамаша. Шучу, извини, пожалуйста. Происходит вообще.
пошел нахуй отсюда! Ебать! Просто мой хуй! Стреляешь типу в ебало сверху над камешком, пылька слетает. Ебать, три ежейки первые. Конечно же, когда я уже закончил квест. Вот, понимаешь? Вот, братан, вот. А какой-то отморозок сидит 15 минут, ждет своего одного килла. Он это уже не получит. У меня два противника в этой лабе. Один офисный и один вот этот. Но это тип с рейдерами ювелирно расправился. Где он нахуй? Ну в охранке типа не будет, правильно? Слушай, я когда с казаром бойлеры пушил, меня бы в спину бы убили. Пинг. Пинг, блять. Пинг, сука. Пинг, блять. Я маму трахал в попу тех тварей, которые не положили мне ту самую важную компрессионную прокладку для компрессора. Ладно. Хорошо, Ваня, мы учли. Охуенная лаба, ноль выстрелов. Никто ни с кем не файтит. Никто нигде не топает. Въебало даю, не регает. Не, это не рега. Помните, я на маяке жаловался, что я типа въебало даю? Я вам сейчас объясню, что происходит. Я в охранке типа не убил. Очень странные типы. А они внизу были, до меня это потом только дошло. До меня поздно дошло уже, когда тип передо мной был, что это нижние типы просто. Какой вес? Легкий. Ебади. А вот и... Вот это видишь? Вот это увидел? Дурачок, блядь. Рубль будет. Убью. О! Там кто-то есть. И высрался, блять, и высрался в спину мне капсом шел. Молодец, Люксинг! Красава, победитель. Привет. Сегодня в школе учитель загадал загадку. В будке живет, кости грызет, лает и кусается, как называется. И ответил монтажер Джойна. Училка дура поставила парашу. В чем я не прав? Пиздец. Но это будка, это мега охуенная будка. То есть это все-таки здесь, это не надо мной, понял. What's up, bro? На позиции чистота лян, блять. Даже пиво поставил, чтобы рука на фул фокусе была, но не помогло. Круто играешь. По-любому, блять, поджался под правым столбом. Сидит. О боже, блядь. Ой, блядь. Блядь, блядь. Ну ты же уже 51 левел. Бля, ну он с БУ. Он с БУ. У него как будто бы второй вайп. Но он 51. Ладно, прощен. Ладно, хорошо. Давил и давить буду, блядь!
Бля, я, по-моему, криво пострелял, но я хочу пересмотреть. По-моему, криво было, но можно было бы и засчитать. Биткоин. Сука. Я тебя запомнил. Пойди оглядывайся. Ну как там, Бигэн? Жойныч, чтобы все было за ЭБС, Сатаркове надо стремить без трусиков. Понял, принял. Хорош, Толян! Лучший! Толян номер два. Ну как через эту ебаную решетку увидеть, куда ты, блядь, стреляешь? Вот, вот как? Да, блядь, опять этот спаун такой недоделанный, блядь. Почему мне не дает лут? Я уперся в хуйню какую-то сзади, блядь, в эту трубу ебучую. Ай, блядь, ну, блядь, почему я не могу это разыграть? Ну, я еблан, что ли, или как? Вот иногда вот такой вот маяк бывает. Чисто как Мухаммед Али. Бам-бам. Там вылетел, тут ужалил, там сиранул, там трахнул жопой. Минус три. Мне слышится или мне не слышится? А, не слышится. Ой, блядь. Ебать мой хуй. Но моя ошибка, дверь надо было закрыть. Вообще просто элементарное действие, 0 IQ. Короче, ребят, спасибо всем за просмотр. Спасибо, что сегодня пришли. Сори за, там, блядь, токсичность, хуичность, залупичность. Все дела, просто эмоции. Хорошего вечерочка. Спасибо огромнейшее сегодня всем за поддержку. Ну, на телегу подписаться не лишнее, чтобы сразу увидеть новости о стриме или о видосе. Все, увидимся, когда увидимся.